В самой новой и благополучной части Петропавловска не без проблем. Владимир Солодов и депутат Заксобрания по 8-му округу Андрей Стуков совершили объезд Северо-Востока. Микрорайон бурно развивается, здесь живет много семей с детьми, но налицо нехватка мест в образовательных учреждениях. Мы добились в этом году совместными усилиями, и хочу, пользуясь случаем, слова благодарности в адрес Ирины Анатольевны Яровой сказать за поддержку в этом вопросе. Выделение 500 миллионов рублей из федерального бюджета, это примерно половина необходимой суммы, для строительства нового корпуса 40-й школы, который должен расширить проблемы переполненности и создать качественную современную образовательную среду. Переполнен и детский сад номер 43. Кроме того, дорога между улицами Ларина и Академика Королева до сих пор не сдана в эксплуатацию, а ведь именно с Северо-Востока должен начаться масштабный проект строительства объездной трассы Петропавловска. В ходе посещения района губернатор и депутат также встретились с местными жителями. Людей интересует в первую очередь это комфортная городская среда, это дополнительное образование, которое отсутствует на 8-м избирательном округе, это безопасные качественные дороги. Владимир Викторович внимательно выслушал те предложения, которые нам через нас озвучили ему жители 8-го избирательного округа, и проговорил в том числе, что окажет всяческое содействие для их решения. Губернатор обратил внимание на еще одну проблему микрорайона – заброшенные спортплощадки. Одна из них построена совсем недавно, в 2012 году, и уже пришла в запустение. Депутат пообещал организовать ремонт ограждения и установку спортивных снарядов, а будущей зимой здесь могут устроить каток. Информационное агентство «Камчатка».